Уже 17 лет Ирина Останкова работает с самарцами в клиентской службе пенсионного фонда. Наладить личный контакт, рассказывает, очень важно. Каждому обратившемуся требуется индивидуальный подход. С понедельника работа пенсионного фонда немного изменится. Чтобы обезопасить своих клиентов, ведомство переходит на работу только по предварительной записи. Однако оставленными без внимания самарцы себя не почувствуют, обещают эксперты. Оно сложнее будет работать, но мы понимаем, что... В принципе, наша организация – это одна из социально значимых организаций. И без помощи оставить пожилых людей и людей предпенсионного возраста мы не можем. Но мы предприняли, в общем-то, все необходимые меры предосторожности. То есть наши специалисты снабжены и средствами индивидуальной защиты, и клиентскую службу мы убираем не реже 3 раз в день. Дезинфицирующими средствами. Поэтому мы считаем, что мы защищены сами и постарались защитить наших посетителей тоже. Предварительно записаться на прием можно несколькими способами. Через официальный сайт или мобильное приложение ведомства, либо позвонив по номеру телефона, указанному на экране. Многие услуги можно получить и вовсе не выходя из дома, через портал госуслуг. В связи с переходом всей страны со следующей недели на карантин, многие беспокоятся о порядке выплат. Волноваться не стоит. Все начисления пенсионного фонда будут поступать на личные счета без опозданий. У нас уже практически готовы все выплатные документы на апрель месяц, и также, если это вдруг продлится, также будет организовано и следующие месяцы, на выплате пенсии это не скажется. В апреле пенсионный фонд выплатит деньги участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Финансовую поддержку к 75-летней годовщине Победы в Самарской области получат свыше 20 тысяч человек. Участники войны могут рассчитывать на выплату в размере 75 тысяч рублей, а труженики тыла – 50 тысяч. Деньги поступят вместе с апрельской пенсией. Такое распоряжение дал президент Владимир Путин. Отдельное внимание в своем обращении он уделил семьям с правом на материнский капитал. Начиная уже с апреля, выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по 5000 рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до 3 лет включительно. Порядок этих выплат пока разрабатывается. Получить деньги семьи смогут, написав заявление, которое можно подать дистанционно через сайт пенсионного фонда. Мария Левина, Василий Колдашов. События.